Рисунки на асфальте, игра в шашки, аквагрим и клоунада. Закрытие третьей лагерной смены прошло ярко и атмосферно. Территория молодежного парка превратилась в одну большую игровую зону. Праздник подвел черту под волонтерским проектом «Планета лето» и наглядно показал, что каникулы для детей прошли весело и с пользой. Дети в лагерях набрались сил. Единственное, что подкачала погода. Вот это вторая и третья смена нашего лагеря. Было грустновато, но тем не менее педагоги все равно знали, чем занять детей. Ходили в краеведческий музей, посещали крепость нашу Бобруйскую. Ребята, которые не поехали отдыхать на море или за город, к родственникам могли посещать различные кружки и секции. Оздоровительная кампания была разработана с учетом всех нюансов. Дети проводили время на свежем воздухе, за подвижными играми и творчеством. И получали массу впечатлений от походов и поездок. В лагере мне понравилось. Много друзей, хорошие друзья. Ходили на дискотеку сюда, на детскую. Ходили в кинотеатр. Ну, мы ходили в разные места, в музеи, на экскурсии. Играли в игры. Ходить в батутный парк, прыгать, веселиться. Уже скоро школьники сменят яркие наряды на строгий дресс-код, но в новом учебном году они продолжат заниматься любимым делом. В сентябре клубы вновь распахнут свои двери для всех желающих. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск 360.